Uno, Анчу, Шарль. Антонина Добрый. Асю. Доброе утро, мои дорогие. У меня сегодня Доброе утро. завтрак, мои дорогие. Доброе утро, мои хорошие. У меня сегодня на завтрак яйца и просто вот огурцы, да, с луком и с оливковым маслом и с перцем. Я решила сегодня есть без хлеба, потому что моя зрительница Леночка, спасибо, да, Atomics. Леночка, привет. Она мне написала, что не налегай на углеводы, ешь, сделай кету. Но кету я не смогу сделать долго, мне там, это я не смогу. Но я сегодня пока попробую без хлеба. Если у меня будет голод, я поем виноград и семечки тыквенные. У меня еще после я это самое, вот эту гвоздичку пожую после еды. Надо две гвоздики в день жевать. Я что-то эти дни забыла, но так я ее жую часто, когда это самое. Чай у меня вот такой, да, куркума, ингвер, он есть от Тейкана в Росмане. И утром я таблетку этого каротина выпила для красоты, и, в общем, чтобы кожа была хорошая. Так, это я выпила уже, воду я тоже выпила 2 стакана. И теперь я попробую без хлеба. Если я хлеб съем или что-то я украду, я это обязательно расскажу, потому что в следующем видео я рассказывала, что я... Вчера, например, я рис, вот такой немножко рису поела еще после ужина. Что-то я голодала вчера. Но зато сегодня 200 грамм были на весах. То есть у меня было 200 грамм минус. У меня было 64,2 сегодня, не 64,4 как. Но если бы я этот рис вечером еще с овощами не поела, но я такой, знаете, такой маленько себе сделала, чтобы голод прошел, то, наверное, было бы лучше. Ну, ладно. Ну вот. Так, ну зеленого чая у меня вчера же не было, поэтому зеленый чай очень помогает. Ингвар, имбирь тоже. Ну, куплю себе зеленого чая. Всем привет, да? Всем хорошего дня, приятного аппетита и всем постранить. Люблю. Мой скромный обед. Это у меня рис с горохом, с майс. Это с прошлого дня. На обед я себе сделала. Чеснок сюда, немножко чеснок нарезала. Опять ягодки, да, буду ягодки есть потом. Чай с куркумой, потому что зеленого нет, зеленого не купила, опять все еще пью чай с куркумой, надо купить и воду. Эти я еще даже не доела завтрака, надо доедать. Виноград я только что поела, в общем, я только к обеду проголодалась, но зато так сильно. Раньше у меня не было чувства голода, теперь у меня прям настоящее чувство голода, такая радость. Да. А то мы так ели между делами, и какой там, когда чувство голода, все очень-очень вкусно. Вот. И то, что никто этого не ел, потому что они себе там офлау делали с мясом. И с нудлю, да? Я такое не ем. Мой муж делал этим. И вот у меня осталось, поэтому я что добро пропадать, я это поем. Тем более это полезно. Так. Рис тоже был с куркумой, я перцем посыпала, поэтому темный. Всем приятного аппетита. Это у меня обедик, девушки. Это у меня обедик, девушки. Это у меня обедик. Вот. Весна настала. Все цветет и пахнет. Деревья тоже стараются цвести. Птички. Вон вино.